Необычный рейд провели сотрудники ГИМС. В акватории Туры в ходе патрулирования они не штрафовали рыбаков за отсутствие спасательных жилетов, а наоборот выдавали их и обещают продолжить эту акцию. Итак, что в следующий раз всегда были в жилетах. А в следующий раз обязательно как подарок такой. Время такое осеннее, холодная вода, рыбаки выезжают, хотя мы каждый раз предупреждаем, говорим. Ну и вот решили переговорить с людьми, которые могли бы выделить несколько жилетов спасательных. И мы как бы решили провести вот такую акцию, то есть как бы оказать помощь вот именно рыбакам-любителям, у которых вот нет возможности приобрести или там денег нету. Ну... Напомним, штраф за отсутствие спасательного жилета составляет от 300 до 500 рублей.